Началось все с того, что пару лет назад мы с моим другом затеяли поездку в Европу. И 27 апреля, рано утром, часов 6, мы стартанули из Москвы. Ну, сказать, что погода нам благоволила, это ничего не сказать. Да, промокли мы полностью, выливали воду из сапогов, выжимали перчатки. При температуре плюс 3 градуса я обнаружил, что у меня не работают подогревы ни сидений, ни ручек. В Минске мы остановились и обратились к дружественному нам клубу Road Wings с просьбой оказать нам техническую помощь. Было принято решение второй день выехать пораньше. Ну ладно, пусть будет пораньше, да? Соврем немного, да? Ну да. Мы были, наверное, не готовы к продолжению подвигов, еще и в минусовую температуру. Мы приняли решение оставить мотоцикл и вернуться на самолете для того, чтобы продолжить путешествие. Второй этап. Ну вот мы приехали. Наши мотоциклы оказались в сохранности. Вот такая парковка. Единственная проблема на моем нас подвел аккумулятор, но... У нас есть чудо-гаджет, который сейчас должен нас спасти. Yeah!
есть вот в этот момент, когда мы ехали в сторону Минска, в плюс 3, под проливным дождем, в какой-то момент уже, наверное, большую половину пути, когда мы прошли, заправившись на очередной стоянке, как-то согрев дыханием замерзшие пальцы, мы там экспериментировали с разными там резиновыми строительными перчатками, чтобы хоть как-то там было потеплей. Я ехал, и меня не покидала одна мысль на протяжении там какого-то расстояния в 200 километров от заправки до заправки, поскольку у нас интерком не работал, и меня вот одна мысль не покидала. Куда нафиг мы полезли? Зачем нам это все? Такую погоду? Почему нельзя было перенести? Причем там вроде как никто нас не заставлял. И вот я помню, я еду, замерзший, пальцы там скрючив, и у меня перед глазами стоит картинка. На каком-то из мотослетов я видел такую нашивку, где Чип и Дейл такие нарисованы, и надпись «Слабоумие и отвага». И вот я ехал на протяжении 200 километров, у меня передо мной стояла вот эта картинка и вот эта надпись. Я думал, насколько же это вот про нас, слабоумие и отвага. Нафига? Ну вот, вернувшись уже, поехав на байк-слет в Воронеже, я нашел эту нашивку. И Вячеслав Иванович ее торжественно вручил со словами, что вот это, собственно, мы, два Чип и Дейл, слабоумие и отвага. Это точно мы. Все.